Армавирский юридический техникум – одно из ключевых звеньев системы профессионального образования города. Учебное заведение готовит специалистов с 1963 года и первое время существовало в качестве техникума социального обеспечения, где выпускали сотрудников-собесов. За годы работы АЮТ подготовил более 35 тысяч выпускников. У нас сегодня в крае нет муниципалитета, где в структуре органов власти, правоохранительной системе, надзорных органах, суда, в управлении соцзащиты, пенсионном фонде не работали бы наши выпускники. Мы видим их успехи, мы гордимся их успехами, мы радуемся за них. Но самое главное то, что те, кто закончил Армавирский юридический техникум, они обязательно привозят детей своих. В советское время в техникум съезжались абитуриенты со всех регионов. В 2020-2021 учебном году здесь учатся около 1200 студентов из Краснодарского края, Ставрополя и соседних республик. Учебное заведение сохраняет традиционные и открывает новые направления подготовки. Если ранее мы готовили в основном юристов и сохранили свой бренд в названии «Армавирский юридический», то сегодня появились совершенно новые специальности. Специальности, которые связаны с техническими возможностями, с программным обеспечением. Это такие, как информационная безопасность, безопасность информационных систем, сетевое системное администрирование, земельно-имущественные отношения. Качественная подготовка юристов, соцработников и других специалистов стала возможна благодаря работе преподавателей, мастеров и руководства техникума, которые чтут традиции профтехобразования России, которому в этом году исполняется 80 лет. В преддверии такого замечательного праздника искренне хочу поздравить свой коллектив. Многие из них поощрены и региональными наградами, и федеральными наградами. И самое главное, что коллектив стабилен. Те, кто приходят, они практически связывают свою судьбу на весь остаток жизни с техникумом. Но, наверное, плюс еще то, что сегодня около половины из работающих в техникуме – это бывшие выпускники. В техникуме недавно открылся набор на специальность документальное обеспечение и архивоведение, которое дает необходимые навыки помощникам руководителя и специалистам отдела кадров. Другое популярное направление – земельные и имущественные отношения, где будущие сотрудники БТИ изучают кадастровое дело на практике и работают в учебно-производственном подразделении кадастровое бюро. На базе техникума также действует Центр правового консультирования, который помогает студентам набраться опыта, а армавирцам получить бесплатную юридическую помощь. Инна Лепеткина, Евгений Холманских, служба информации телеканала 360 «Армавир».